Здравствуйте. Я наконец-то за рулем. Сегодня с утра еще встали и поехали в Нижний. В общем, я в Нижнем не была 3 месяца. Соскучилась я по дороге в качестве пассажира и в качестве водителя. Вот сегодня еду, наслаждаюсь, потому что машину отремонтировали, она у меня теперь летает. Клюковка моя, ласточка моя. Нажимаешь, и она прям летит. Ну здорово, когда работает все, да? Это как швейную машинку смазал, и хочется шить. Она строчит хорошо. Вчера ездили на велосипедах по полям, по лугам. Красота неописуемая просто. Ну, камера этого не передаст. Я пыталась там что-то снять, но нет, не получается. Во-первых, еще и воздух-то сам такой. Такое изобилие трав просто головокружительно. Доехали мы примерно 10 километров в одну сторону, до Старого Щербинина. Зашли туда в магазин мороженое купить, воды, а нету у нас налички с собой, только если телефоном платить. А там нету штуки, которые платят, заплатить телефоном. Но с продавцом разговорились, и она сказала, что можно ей перевести на карточку или на телефон, там рублей 200, что ли. Значит, интернет плохой. В общем, пока мы мороженое ели, надо... Ну, я думаю, что не обманете, заплатите. И так с ней разговорились. Я сказала то, что у меня тут жила прабабка когда-то. И, в общем, фамилию назвала, и она говорит, так вот дом. Ну, я писала то, что там был подвальчик, там в нем это что-то делалось. И она мне показала, представляете, я бы никогда не подумала, потому что я-то представляла немного это все больше, а там со временем все обветшало, все просело. И, ну, в общем, я бы не догадалась, что это дом. Ну, так здорово, я побывала, посмотрела. Я запишу отдельный ролик про свою родословную. Я думаю, что... Может быть, кому-то это будет интересно, потому что я сама лично очень люблю и читать биографии, и, ну, не то, что даже биографии, а вот просто истории, судьбы людей. Биография немножко не то, а вот именно судьбы людей. Мне это очень интересно. Даже незнакомых людей. Что еще хотела сказать? Я еще хотела сказать про ассоциации швейной машинки и машины. Когда-то давно я работала на ФАЗе, в одной бригаде там, в общем, я шила на спецмашины. И вот мужики смеялись, ну, они там все вечно там что-нибудь придумывали, постоянно было весело. И они мне сказали, то, что ты так это, ну, как за рулем, тебе только это, еще боковые зеркала, чтобы это, смотреть назад. И, в общем, газуй. Это было смешно. Тоже много всяких, кстати, историй. Может быть, как-нибудь собрать их, как-то продумать это надо и просто рассказать. Ну, потому что это... Я иногда выйти не могла с работы, потому что я ржала, сидела в раздевалке и не могла выйти. Когда там мне, допустим, шапки, уши... Ну, в общем, может быть, я отдельно сниму этот ролик и расскажу. Потому что было всяких много историй. Я подъезжаю практически к деревне, еду уже нашими лесами. Классно. У меня малуша, она, мы вчера уезжали к маме на машине, она вроде как за нами. Я ей сказала, что мы сейчас приедем, жди нас. И она не побежала за машиной, как в прошлый раз она бежала. Она осталась. И мы приехали, да, она нас ждала, она нас встречала. И сегодня мы опять в машину всех залезли. Она тоже тут. Ну, так печально смотрела, и я говорю то, что жди, охраняй, все. И она даже сначала за ворота не хотела уходить, потом вышла, но даже и вот метра не пробежала, она просто нас провожала. И вот сейчас не знаю, ждет она или уже умотала куда-то. Еще зараза извалялась в туплятине, теперь ее трогать нельзя. В общем, собака такая.